И снова всем привет! Мы продолжаем тему летящих звезд. Итак, перед нами карта летящих звезд на 2015 год. Мы уже с вами вели разговор о пятерке, которая в этом году находится на Западе и которую ни в коем случае нельзя тревожить. Уже немножко говорили с вами о звезде 2, которую тоже не обязательно тревожить в этом году. И желательно, если у вас находится спальня в юго-восточном секторе вашей квартиры, то всех больных, беременных женщин и детей желательно бы переложить в другую спальню в этом году, дабы не усугубить их здоровье в этом году. Но, как у любой медали, есть две стороны, так и у двойки есть как положительная, так и отрицательная сторона. И сегодня наша тема будет конкретно о тех, кто занимается целительством, кто занимается медицинской практикой, кто работает в сетевых компаниях и продвигает БАДы и всевозможные препараты, которые повышают иммунную систему, которые укрепляют здоровье. Эта тема конкретно для вас, друзья мои. Используйте звезду 2, ее энергию в своих рабочих моментах. Если у вас двойка находится на входной двери, то это вам уже в этом году помощь и поддержка, которую необходимо взять только и использовать, и активно вкладывать свою энергию в вашу работу, которой вы сейчас конкретно занимаетесь. Если вы находитесь, ваша кровать в спальне, то то же самое, используйте эту энергию для того, чтобы делать здоровым и себя, и окружающих. И, соответственно, кто боится и хочет подстелить какую-то соломочку и очень сильно волнуется по поводу звезды 2, то, конечно же, всем осторожным эта техника не подходит. А те, кто смелые, кто решительные и кто поставил свои цели добиваться успехов и идти вперед, используйте звезду 2. И в сфере оздоровления в этом году вас ждет большой успех. Итак, до новых встреч. С вами была я, Дина Орехова.